что, всем привет! Мы начинаем с вами новый влог. Я только проснулась, сейчас 8 утра. Светит солнышко, как видите. И мне надо помыть голову. Я же вам в прошлый раз не показала, что я заказала в интернет-магазине Parfum Decor. Сейчас заодно себе водичку с лимоном сделала. Так, ты не падай. Воду с лимоном. Многие меня спрашивают, зачем ты ее пьешь. Типа это повышает кислотность желудка. Нет. Я там очень-очень мало меда, господи, лимона использую, поэтому он вообще, эта водичка даже не кислая. И, в принципе, в такой концентрации ничего страшного с моим желудком не происходит, поэтому за это не переживайте. Так, смотрите, я заказала вот такой вот концепт. Это шампунь, я его еще, кстати, не пробовала. Не пробовала. Стоит, ждет своего часа. Спа. Спа 80 Perfect. Еще как правильно? Спа Hair только для профессионального применения, без сульфатов и парабенов, шампунь, розмарин и инжир. Вот такой. Видите, какой он красивый. Вообще, конфетками пахнет. Прикольно. Еще ничего не пробовала, так интересно. Дальше, что у меня тут еще есть? Маска для волос. Вот в таком формате. Есть еще в... Опа. В большом формате, но пока что вот так пусть будет. Это тоже роза и инжир, маска для волос с экстрактом розы, экстракт инжира, репейное масло, масло кренте, ментол, пантенол. Вот такая вот штука. Их тут 2, 3 и 4. И у Concept есть такая штука. Вот, биогель. Это типа для ламинирования. Вот я не знаю, как бы что, как и с чем это едят, и как это будет сказываться на блонде. Можно ли такую штуку использовать для блонда? Top Secret биокератиновый гель. Современная биотехнология бриллиантов, глянцевый блеск, объем защиты волос и усиление механической прочности. Девочки, прочности. И что, потрясающий результат. Ну, типа сзади картинка, да, у вас волосы выглядели вот так вот, все такие вот махристые, я их называю, а потом типа бац, и у вас такой вот гладкий волос. Посмотрим тоже, как, что. В общем, как нужно делать. Результат с первого применения. Вымойте волосы шампуня по типу глубокой очистки, у меня как раз есть капус. Да, капус, не концепт, капус. Промокните волосы полотенцем, нанесите биоактивный гель равномерно по волосам, наденьте полиэтиленовую шапочку, прогрейте волосы под климазоном. К сожалению, такого у нас нет, будем под феном греть. В течение 3-5 минут смойте состав. Только на поврежденные волосы. В зависимости от вашего типа можно не смывать, излишки счешите. Чего? Надо изучать эту тему. Сейчас, наверное, не буду такое делать, пока мне глубокая очистка не светит. Потому что волосы иначе превратятся в мочаль. Чуть попозже попробую. Может, даже вместе с вами. А это у нас увлажняющий комплекс для поддержания эффекта ламинирования. Вот такой спрей. Тоже интересно, да? Не желатином же ламинировать. Третий. И вот такую сыворотку. Ну что, будем пробовать. Да, только не знаю. Наверное, бессульфатным шампунем помогу. Вот вам поближе покажу. Кто пробовал, что скажете. Вот сзади. Так. И вот. Посмотрим. Вот видите, до, после. И смотрите дальше. У нас с вами что еще есть? Такой спрей. Уже прочитала, для чего. И сыворотка. Посмотрим, как что будет работать. Очень интересная такая вот роль. В стаканах вообще прям красота получается. 510 миллилитров. Сразу хряпнешь, так хряпнешь. Мои ноги видны. Если что, это очень длинная футболка. И под ней шорты. Понятно? Что могу сказать по поводу шампуня? Девчонки, куча времени свободного, пошла в интернет, нашла укладку, попробовать решила ее на своих коротышах.
Вот такую вот, типа, знаете, а-ля пляжные волны, что-то вот такое. Блин, ну неплохо, да, вот так вроде получилось. Ну, как-то, знаете, текстуры очень-очень много из-за того, что волос жесткий. И самое, что интересное, этот шампунь бессульфатный с концепт вместе с маской, они очень слабенькие. Вот очень слабенькие для поврежденных волос. Хочется прям силикончиков. Так что придется мне все-таки, наверное, дизанж свой покупать, который у меня был и уже закончился. Фоколюр, да? Хотела я вам во влоге показать эту косметику, но потом сейчас я решила ее немножечко потестить, а потом уже показать и рассказать вам свое мнение. Вот эта палетка, которая мне пришла, она называется... Secret, да. Кстати, еще мне пришел Shein еще очень-очень давно, недели, наверное, 2,5 назад. И дело в том, что я половину отдала на ушивку. Когда ушивка будет, не знаю, как бы в связи с последними событиями, когда мне ушьют там брюки, я еще комбинезон решила разделить. Ну, в общем, обязательно обо всем вам расскажу. Я уже все поперестирала, у меня осталось это еще и перегладить. В общем, палетка, да? Вот такая палетка. И смотрите, какие тут оттенки. Здравствуйте, да? Я в качестве эксперимента думаю, блин, ну все равно как бы на тестирование пришлют. В качестве эксперимента можно попробовать. К пигментации я вот никаких претензий не выскажу, но, девчонки, они мне не идут. Абсолютно не идут. Вот знаете, я прям продавщица сельди. Я не знаю, почему так, но вот... Хотя я очень хорошо отношусь к продавцам, я сама продавцом раньше работала. Вот, но поэтому, блин, ну какой-то, знаете, вот макияж 90-е, ну мне не понравилось. Не идут, вот понимаете, абсолютно не идут. Поэтому с этой палеткой ничего делать не буду, я ее подарю. Я знаю уже, кому ее подарить, вот той девочке 100% подойдет. Пудру я попробовала. Я, знаете, как делаю? Я с утра крашусь днем дома. И вот дома целый день хожу, а у меня еще солнечная сторона, кожа немножечко как бы потеет, выделяет свое сальце, вы понимаете, да? И как бы, ну, протестировать можно. Пудра охренительная, вот серьезно. Пока что это первое впечатление, да? 0,1 оттенок, транспарентная пудра, она просто балдежная. Я уже все коробки выбрасывала, но, по-моему, я кусочки снимала, по-моему, пудра... Была в коробке чини, я не помню. В общем, офигенная, она так хорошо матирует кожу, это вообще бомба. Вот эти румяшки я еще не попробовала, еще нет. Но они тоже очень красивые, девчонки. Смотрите. И закат! Классно. Подводка вообще... Подводка это просто мой фаворитище, она стойкая. Единственное, что для... Вот видите, у меня их две. Одна, которая потемнее... Вот это потемнее, вот это. Она у меня уже давно. С первого заказа. Вторая это новая. Но они, мне кажется, ничем не отличаются. У них не фетровый наконечник, а именно кисточка. И она очень-очень стойкая. Румяшки у меня, оказывается, две разные. С песни. Вот это B, вот этот вот B02, они у меня раньше появились, а B03 мне прислали, они такие коралловые, ну не знаю, тоже как бы, я их пробовала носить, но мне кажется, они немножечко такие, знаете, неоновые, может быть, не моя даже песня. И вот это у нас оказывается не глиттер, девчонки, кисти, кстати, еще не пробовала, это не глиттер, это подводка для глаз, то есть можно делать стрелочку поверх, можно делать стрелочку заполненную темную, то есть, ну, очень интересный такой продукт, и самое забавное, что, в принципе, косметика-то в этот раз-то и неплохая оказалась, вот сейчас мне румяна осталось потестировать, еще вот эта палетка, ну, как бы, цветами я промахнулась, не мое, к сожалению. Ну, ничего страшного, мне есть кому отдать. Что такие дела? Чаровница Виктория, ё-моё, вот такая, как Мафаня. Ну, забавненько. Дело было вечером, делать было нечего. Зато ничего так вроде. Поэкспериментировать можно. Так что, вот такие дела. Хотите испугаться? Опачки, видали, что я тут вытворяла, а? Сейчас бы, как бы сказала моя мама, выглядишь як шаболда. На самом деле это так. Прикольно, да? Это я тут стрелки пробовала по-новому нарисовать. В общем, экспериментировала с махуяжем. Губы это вообще отдельная история. В общем, что я хочу сейчас сделать? Во-первых, у меня многие спрашивали про массажи. Сейчас вот этими двумя гаджетами я это все делаю.
И вот такое вот у меня масло от Флоресан. Давно я его покупала, может быть, осенью даже. Ну, так вот, экономично достаточно. Им, кстати, очень-очень классно убирать остатки после восковой эпиляции. Также у меня тут ампулы. Это, по-моему, с витамином С. Да, вот эти. Так, что мы сейчас для начала будем делать? Для начала мы наденем бант. Наверное, вот этот, да, с которого мы в локо начинали. Так. А есть ли смысл вот так вот? Салоха-балоха. Опа. Опачки. Опачки. Вот так вот. И что, сейчас снимем макияж с вами. А еще у меня сломалась швабра. Швабра, которой я мыла полы в подъезде. С хлоркой. Вот как бы... Как ее склеить? Я вроде тут клей приготовила. Вот такой. Момент. А вот фика узнает, получится, нет. Сейчас покажу. Вот. Не знаю. Но мне кажется, уже все. Медицина тут бессильна. Прям оторвана. Ну, прошу, наверное, ее, ладно. Причем у меня... Были тряпки, которые я покупала в Фиксе, такие ворсистые. И они у меня все буквально там 2 дня, я их выбрасывала. То есть такое вот достаточно мероприятие. Ну, 2 помывки, я имею в виду, мероприятие, в общем, такое. Ладно, выброшу. Так, что у меня есть? У меня есть гидрофильное масло, вот такое. И, наверное, Стеллари умою сегодня. Также у меня есть маска, вот такая, 3-ступенчатая. Это Эйва, новая серия. Так, что, как бы мне это все сделать? Что, нормально, бант? Нормально. Вот, смотрите. Как раз таки сейчас покажу, как работает это гидрофильное масло вот на матовой помаде. Туши не было. Это я просто стрелки в туалет нарисовала. Как? Ой-ой, ну вообще. Ну, это вот так вот. Марфуша душа. Ладно, моемся. Что-то стойкий на губах остался. Ну так лучше же. Ну. Так, гель для умывания. Вот знаете, если у вас нет особых воспалений... Ой, обожаю вот этот эффект, смотрите. Если нет особых воспалений на лице, то вот этим массажем прям спокойно можно пользоваться. Но если есть, девчонки, не надо, пожалуйста, не рискуйте. И как я делаю, вот обычно, да? Я снимаю макияж, если он у меня был. Если нет, то просто умываю. Затем я наношу масло на свое лицо. Я могу делать баночный массаж, я могу делать ручной массаж. И вот сейчас у меня вот эти вот роллеры. Это очень удобная штука. Если... Что? А, нанесла масло, сделала массаж и сразу же снова умылась. Иначе, если я оставлю это масло впитываться, оно у меня вместе с грязью, особенно если это был вакуумный массаж, оно у меня все впитается обратно в кожу. И, в общем... Так себе, я вам хочу сказать. Мероприятие будет на коже, поэтому ну, не надо. Вот, все, умываюсь я. Снимаю пенку. С вами дальше. Тоником бы, конечно, протереть лучше. Давайте протрем. Кстати, меня спрашивали, я как-то вела прямой эфир в Инстаграме, и кто-то подумал, что вот это вот памперсы. Нет, это не памперсы. Девочки, зачем мне памперсы? А вот такая... Вот такая штука. Это, ну, блин, ватные диски такие, которые идут для малышей. Так, что я хотела, девочки? Что я хотела? Это у меня тоник обычный Сенда с кислотами. Я перед массажем всегда очищающими тониками прохожусь. Так правильно, по крайней мере. Мне так больше нравится. Я уже вот этот весь алгоритм чисто вот под себя подстроила. То есть мне очень-очень удобно, мне нравится. Так. Ну, кстати, эксфолиант потом может пройтись. Тут вроде 3 ступени. Фиг знает. Так, берем масло. Берем наши гаджеты. Тут у меня лежит салфетка. Я протираю их на всякий случай всего. Напоминаю, что вот эта вторая штука розовая, она магнитная. Имейте это в виду, я, в принципе, вам про это говорила. Теперь, ага, я обратно ложу. Нормально, да? Кладу. Пусть так, на салфетке лежит.
Переношу масло. Куда ты? Маска для лица. Наношу масло такими вот втирающими движениями, растирающими движениями между ладонями. Потом вот так вот чуть-чуть разогрев, я его наношу. Есть контакт, да? Дальше. В принципе, этого достаточно, немного не нужно. Я беру сначала вот этот массажер. Вот тут я, знаете, как-то могу сделать, но у меня тут вот один есть товарищ, я не хочу цеплять. Вот сначала мы вот так делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обязательно полсекунды, вот тут мы тормозим. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опять эти колокола. Так, 10, да, было? Губы вообще, да, такой тинт остался. Дальше я делаю вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть от подбородка вот сюда. Такой V-образный силуэт я формирую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Есть, да? Дальше отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, да? Дальше беру вот так вот сенсопырку и вот так вот туда-сюда 20 раз. Но это опять же говорю, я все под себя сделала. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот что значит скорость чувствительную, видали? Какие дорожки у меня. Две полоски. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот одним шариком я вот так массирую. То есть не вот этим, тут у нас магнит находится, а вот этим. Ну, в принципе, надобности в этом я не вижу. Если вот этот массажер есть, как бы неважно, откуда он, с Фаберлик или с Алиэкспресс, но он, в принципе, уже... А ничего от этой жизни и не нужно. Вот этот магнит, мне кажется, ой, блин, сбилась. Этот магнит будет очень-очень классно, вот именно для вот этой области. Сейчас покажу. Так. Есть. Так, теперь вот этот магнит, то есть я беру вот так. Ну, не хочу я на соломке. Стареть не хочу душою. Ла-ла-ла-ла-ла. Так. Ну, еще вот так можно пройтись. В одну сторону и во вторую. Все. Вот буквально, блин, минут 5, даже меньше. Потому что я еще ла-ла-ла. Так, и все. Нам, в принципе, больше ничего не нужно. Дальше мы берем с вами вот эту трехступенчатую систему от Avon. Так, возьмем сначала первую ступень. Эдпенка. Что там у нас? Ух ты! Она, видите, какая прям бодрая. Такая пеночка. Растираем. Она пахнет цитрусом. Неплохо. Только я надо понять, она пенится. Ну, так вот. Ну, средненько. В корейском сегменте что-то как не ахти. Среднячок такой, девчонки. Поэтому... Так. Обожаю вот этот ролик. Ой, в Инстаграме, да, по-моему. Там такая девочка стоит такая... Такая прикольная вообще. Ага.
И смываем. Фишка прям отлично. Дальше мы берем эксфолиант. Я так поняла, это пилинг-скатка все-таки, по идее. А там фиг его знает. Скатка или не скатка. Ну да, наверное. Такого тут количества. Мне кажется, тут миллилитра 2 от силы. С лимончиком. Ну-ка. Это не скатка. Это такой гель. Хотя не скатка. Он гель еще со скрабирующими какими-то частичками, не поймешь. Что? Сейчас именно Т-зону я прям прорабатываю. Это у меня эти пробки сальные. Вот так. А видите, что скаталось что-то? Не видите? А я вижу. А мне самое главное, от этой зоны. Вот у меня самая проблемная вот эта зона. Вот это и вот это. Вот, все, больше у меня нет зон проблемных с расширенными порами. А показалось лицо, говорю, нет больше проблем. Да, вообще ничего нет. Все, смываем, что ли? Хорош. Ну, хорош, значит, хорош. Смываем. Да, 1,5 миллилитра. Да, того и того. А маска тканевая одна штука. Вроде так. Ну, и теперь тканевая маска. Тканевая маска, как тебя открыть? Ну, давайте. Вот так вот. Попробуй изменить. Так не хочу. А хотя хочу, да. И не хочу. Не хочу. Так ради поставим. А если... А, по-моему, я маску разрезала, нет? Не разрезала. Все такая... Маску порубала маникюрными ножничками. Что, не задела? Вроде не задела. Здравствуйте. Лимончик. Господи. Ну не лимончиком, как-то пахнет непонятно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну тканевая часть очень приятная. Это какая-то гладенькая. Типа лохарей. Не, правда, вот какая-то тактильная она вообще обалденная. Тканевая часть. Прям как шелк. Вообще. Ох. Токс. Ну ладно, хорошо, молодцы. Сделали тканевую часть, которую хочется трогать и трогать. Блин, девчонки, не представляете, это прям такой кайф. Вообще, кайфушки, 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 ушки, ушки. Не знаю, как вам понравятся такие частые влоги. Не супер информативные, но, может быть, просто позитивные. Я надеюсь, они вам действительно понравятся и будут интересными. Если не понравится, то снимать не буду. Каждый день, предположим. Ну, посмотрим. Ну, видите, как она ровненько разгладилась. Вообще тканевая часть обалденная. Пусть даже тут не хватает чуток. Так, и насколько? Насколько нам ее нужно оставить? 15-20 минут. Все. Встретимся через 15-20. Меню. Короче, девчонки, я тут такая засраночка. В общем, смыла все без вас, сняла маску вот эту. И нанесла, сейчас скажу, что я нанесла вот эти ампулы от Stellary. И вечерний уход, состоящий из Stellary, вот этот вот ночной уход с ахокислотами. И вот эта вот штука. Это для области вокруг глаз. И что могу сказать? Я выходила в прямой эфир, и сейчас мне бы хотелось поддержать вас позитивным настроем. И я буду выходить за все время, пока мы будем сидеть дома, я буду выходить в прямой эфир свои в 9 часов по Волгограду, а 8 часов получается по Москве. И мы будем с вами делать вместе все вот эти вот косметические процедуры. То есть там умывание, отшелушивание, может какой-нибудь, там, не знаю, массажик еще дополнительно будем делать не только в видео на ютубе, но и в видео в прямых эфирах. И также я буду отвечать на ваши вопросы, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочку я вам оставлю в описании. И на этом, наверное, влог я буду заканчивать, потому что, в принципе, ничего особо интересного не происходит. Но утро, проснулась, потянулась, улыбнулась, зевнула, там, не знаю, пукнула. Алена Юрьевна, в общем,
А меня поняли, да? Жду вас в инстаграм. Давайте. Пока. Пока-пока.